Всем привет! Сидим на малешных, шли вторые сутки. Вчера хорошо закормились кукурузой, пшеницей, коноплей и самодельными бойлами, которые я показывал. Пока поклевок ноль. И пока есть, так сказать, свободная минута, расскажу об оснастках, которыми ловлю. В условиях неспортивной рыбалки, конечно, самым популярным способом является ловля на классический карповый метод. Это такого плана вот кормушки, в которой заполняется паста методная, либо прикормки, которые хорошо лепятся. Кормушки эти бывают разных конфигураций. Это лишь малая часть из того, что вообще существует в мире. Но смысл один и тот же. Забивается в кормушку прикормка, ставится коротенький поводочек. Обычно используется поводок сантиметров 5-6. Я всегда цепляю поводок на вертлюг. Раньше использовал такие вот быстросъемные застежки, но пару раз они меня подвели, заржавели и отвалились. Поэтому перешел на такое вот крепление. Крепится сюда поводок способом петля в петлю. Волос выбираю, когда вяжу, в зависимости от той насадки, которую буду использовать. Я не делаю универсальный волос. Как-то раз попробовал, но мне не понравились торчащие в сторону эти усики, которые регулируют длину волоса. Поэтому я сейчас делаю всегда поводок конкретно под конкретную насадку. Если это одна кукурузина, значит это одна длина. Если две, значит, соответственно, увеличиваю длину волоса. Ничего не стоит связать его за пару минут прямо на водоеме, поэтому не нужно извращаться. Старайтесь использовать как можно меньше всяких здесь стопоров и прочих приблуд. Думаю, что все это вряд ли привлекает осторожную рыбу. Так, цепляем сюда поводок, колечку. И уже при забросе хотите, втыкаете крючок в пасту. Я же использую более простой способ. Я цепляю на крючок ПВА-пену, которая не дает захлестнуться ни волосу за крючок и не дает запутаться поводку с кормушкой при забросе. К тому же при приводнении кормушка, поскольку она тяжелее, будет падать перво на дно, а поводок с ПВА-пенкой будет следовать за ней вертикально и аккуратно ляжет рядом с кормушкой. Тем самым вы избежите перехлестов и запутываний. Для ловли в прозрачной воде, как я раньше рассказывал, я использую оснастки, сделанные на флюорокарбоновом лидере. То есть, если в данном случае это литкор с металлическим сердечком внутри, то в прозрачной воде фаворитом является, конечно же, флюорокарбон. Он невидим, он также очень хорошо тонет. Можно, конечно, цеплять на концы флюорокарбона дробинки какие-то, но это, я считаю, излишне. Это монтажно-безопасный клипси. Использую его тогда, когда ловлю в закоряженных местах, для того, чтобы сохранить рыбу в случае, если снасть оторвалась. И самая любимая из оснасток у меня — это вертолет, которая позволяет ловить в заиленных водоемах. Этими двумя стопорами регулируем высоту подъема волоса от дна. То есть, если ил глубокий, все это вместе с грузом уйдет в ил, а поводок будет лежать сверху. К тому же у него исключены перезахлесты за счет того, что поводок вращается свободно вокруг основного лидера. И к тому же эта оснастка очень-очень дальнобойная. Наряду с вертолетом хорошей дальнобойностью обладает и инлайн. Инлайн я тоже собираю на флюорокарбоне. Летит такой монтаж тоже очень далеко. Но желательно его использовать на чистых твердых водоемах, где грунт либо песок, либо камни. Поскольку за счет крепления поводка впереди груза, он обязательно с собой утянет. Груз обязательно утянет с собой поводок в ил. Поэтому такая оснастка используется для чистых водоемов.
поклюет. Ну вот, наконец-то долгожданная поклевка. Карп уже отдыхает в карповом мешке. И, кстати, поклевка была на ферментированную кукурузу, на кормушке. И в кормушке была забита Particle Method Mix, каша, которую я показывал недавно. Смесь кукурузы, пшеницы, конопли на кукурузной пасте. Сейчас будем дальше заполнять наши кормушки этим же составом. Посмотрим, какой будет результат. Повторюсь, на крючке была ферментированная кукуруза. Но будем пробовать сейчас плавающие бойлы, поскольку в том месте, куда я бросаю, присутствует небольшой ил. Посмотрим, какой будет эффект.